Опять боль, опять какая-то карта не та. Да не, нормальная карта. Главное, чтоб не лес. А. Да, нормальная, и лес нормальный. Главное, чтоб не краб. А что тебе в прошлом не понравилось? Пулемет бесплатный? Миномет бесплатный? Да нет, рожей ты не вышел, что непонятно? Ебать, ты гурман. Ну и играй с Дэном тогда. А ты думаешь, он красавчик, что ли? Совет вам, да любовь. Вот тут что за... Вот тебе за это лес, понял? Ну не с тобой. Вова! Ты бесишься. Не твой, да? Ты же возьмешь генерала с Як-Тигром, да, я угадаю? Да. Супер. А что-то ты бы вообще его одного поставил бы, вот это все. Разрешаешь? Да, да, нормально. Это устрашает врагов. Хорошо. Когда берут одного генерала, типа, нихера, он отбитый, он вообще там только одним играет. Без шансов тебе. Да, да, да. Расчет МГ-42 к бою готов. Желтые тюльпаны. У нас новый отряд гренадеров. Вот, ты лучше скажи сразу план, а то потом скажешь, что чё ты ушел отсюда. Ну ты обычно даже не приходишь, поэтому я не переживаю. Все нормально, все по плану. Ну ладно. Я буду за тобой наблюдать и учиться. Чему, блядь, крабить? Учиться-то. Миссис Крабабу уже надо уметь. Привет. Так, а чё, можно вот этого рестрим-бота, блядь, чтобы он мне нахуй сообщение не отсылал во время игры сделать как-то? Там нет. Нет. Надо. Чё за хрень, блядь? Серёг, там твой пулемет прикрывает... А, ты видел. Блин, вот даже объяснять не надо, всё знаешь. Слушай, я свой пулемет пока не буду двигать, пусть он за твоим постоит. Вижу. Да, чувствую, он, возможно, нам понадобится. По гарантии вдруг надо будет, да, сдавать? Ой, чувак прошляпил снайпера. Новый отряд гренадеров готов. И так ой, лохопед, ой, лохопед. Ну ладно. Ты пулемет двигаешь, да? Ты рассчитываешь, что я не уйду, пока ты его двигаешь, да? Ты мог это сказать? Не дышать в трубку, а это... А, так у него прикол, у него второй снайпер. Все подперто. А у этого, блядь, пулемет нахуй второй. Я называется ебу алибабу. Я не хочу играть со снайперами, меня обычно они раздражают. Что я если что, я ливну на. Нет, это выход настоящих мужиков. Ливать сразу. Улучшение производства закончено. Так и есть. О, убирай из здания с юнитов. Там все равно снайпер, блядь, ебучий. Серег, у нас какие-то спокойные парни. Я больше никого нубами не буду называть. Это старая тема. А эти крабы, блядь, как мы их ебали, блядь. Какие-то спокойные, ничего не делают. Возможно, что-то хорошее готовят. Иса копят, блядь, чё.
люблю, когда воевать на низке. Серег, я сдвинул свой пулемет, что-то снова смотрел спину твоему. Надеюсь, ты оценишь заботу. Хорошо. Машинка поехала к вам в спину, осторожно. Машина прибыла. Так вот, блядь, поздно нахуй сказал. Поздно! Сейчас умрет один отряд. Пидорюги, блядь. О, чё там, куда у тебя едет машина? Лучше бы отрядики здесь были, блядь. Сейчас сюда два взрыв-пакета пойдут, блядь. Это я знаю. Нет, не два. Пидорюга получил, блядь, получил, блядь. О, это мои пять топлива. Пулемет мне. А чё он пешком куда-то пошёл? Только не говори, что его не прикрывали. Ты его просто пешком отправил туда. Молчит. О, дайте эту херню-то, вы чё, дурели? Во, спасибо. Видели, да? Видели, блядь, какой у меня подарок судьбы вообще? Два снайпера. Да, да это три уже получается. Жестко. А там глобус, наверное, играет. Ну-ка, посмотрите. А, нет. А то однажды я с ним играл против него случайно. О, блядь! Вы видели это? Видели? Что там случается-то? Брафорд. Бафорд. Он там уже 5 минут стоит. Ну я и говорю, вы видели? Видели? Где он? Где он? Вова, он, блядь, убьет у тебя в центре. Вова, в центре. Похуй Вове, блядь. Вова верит в своих сотрудников. Не, там, похоже, он что-то отвлекся. Невозможно, потому что объяснить это по-другому никак. Так, до свидания, блядь. Сейчас же один брафорд, и мы точно в коллапс уходим, да? Не, все, я уже делаю, предпринимаю меры для этого. Так, а я не понял, почему, во-первых, Вова взял странного генерала, во-вторых, почему, блядь, строится таким странным образом, блядь, флаг, что нужно его разворачивать, блядь. Почему он молчит, скажите? Что такое там? Мисклик. Тут еще один бафос. Вов, ты если с нами разговариваешь, то ты с нами не разговариваешь. Ты делаешь клики. Мы теряем сектор. Так, у меня есть пак. Можем это брафорд в центре попробовать на это. Высади, убьют! У меня тоже есть пак, я тоже готов бафорс в центре, чтобы мануть. Блять. Ой, блять, это же надо такая вот хуйня случилась. Тут пулеметчик все равно смешно. Нам бы миномет хотя бы один. Ака есть же, давайте задымим, короче, и пизданем, блядь. Ничего себе тут подгоняешь. Британская тяжка. Машина движется. А собственно, хули нет.
Машина и готова к разведке. Два раза промазать. Что за плохая подсказка. Пума пусть стоит на месте, ща починим. Неплохо. Блядь. Она у тебя еще и дымить умеет. Кто? Кто? Машина как стрелит. Ой, нам еще и сидеть, чтобы кошки открывали нам автоматически. Там сушка, во, в Пумы едешь. Нас светят. А, ты уже сваливаешься. Ну, хороший выбор. Мне, кстати, есть разведка, если кому-то что-то надо. Скинь там, посмотри. Спасибо. Все есть. Все респаун. Тут какой-то танк жужжит. А, вот он, кашечка на Пуму напала. Вообще гениально. Идем на территорию врага. Вражеские силы захватили наш район. Вам что-то нужно? Противотанковое орудие прибыло. Приказ понятен. Выступаем. Будьте готовы. Огонь по желанию. Не спать на ходу, мы вступаем в бой. Расчет МГСР. Надо вернуться на базу. Ответный. Гранатеры, пора выступать. Штаб снова усовершенствован. Пора выпускать на врага тяжелые танки. А чё, можно два огнемета брать в руки? Чё будет интересно? Ну, он с двух начинает палить. Думаешь? В смысле, два чувака начинают палить огнеметом, а чё не так? Чё, два раза лучше, чем один. Чё ты знаешь? Раза, никогда два раза не палил из огнемета? Нет, прикинь, ни разу в жизни. Блять, мы тут огнеметного девственника видим. Живой. Игрушки-то хоть не были у тебя к полу приколочены? Что я весь лес заминировал, а они так ни одного танка там не пропустили. Вот зачем так? Люди стараются, они ничего не делают. Конечно, гостинчики расставляют им там. Они не приходят. Thank you.
кошелек здесь. А, отлично, есть человек. Все, повозка не может поехать, ей тяжело. Противник уничтожил ПДО. Бирай пак, сейчас его сожгут. Кто куда умер, вообще ничего не понятно. А, вот сейчас понятно. Ох, там собираю уже быстрее свой. А что там валяется? Твой пулемет, что ли? Тебя пак здесь не разложен, по-моему. Я хотел тебе то же самое сказать. Это твой не разложен, а разложен. Нет, я посмотрел, твоя моделька отличается от моей. На основании этого сделал вывод, что у тебя не разложен. Логично же все. Логично. Вот. А ты за своим покрыл. Так, залить на двух снайперов как-то. А, кстати, да, я вот сейчас дострою тяжелые здания с тяжелыми танками, буду только заливки покупать. И карта, по-моему, предполагает только. Куда лить-то? У меня есть заливка, некуда лить какая. А вот. Парни, там застройка какая-то специально. Вот сюда, короче, спалил я сейчас. Ты говори, я тебе там дам. Координаты куда полить. А, все, я уже полил, нормально, тут пулемет, снайпер, все дела. Никто не умер, короче, ладно. Ну, они испугались, наверное? Нет, что-то не модельки написано. О, Land Matrix здесь Катюша. Вот, вот тебе цель, отличная, потому что сейчас начнут меня, вот, блядь, вот сюда бейте, вот сюда, парней бейте, они там кучку лечатся. Вот. Ааа, блядь! Двухзвездочная лейга, живи! Хуй, блядь! Дай, блядь. Брать будешь, Шрек? Я понял, Шрек брать не будешь. Угу. ОКВ предоставила нам Тигр. Машина ждет приказ. Это будет принадлежать Рейху. Передвигаем ПТО. Так, заливалка приехала. Вов, а чё ты не коряво ставишь эти, блядь? Два с подряд, блядь. Ура, справа где-то случилось. Нет, оказалось. Санькова куда лить надо? Давай, ой, я да, сейчас через секунду справа. Тут сразу все понятно. Жив, что ли? Охуеть. Матрас здесь стоит. Так, кстати, заливка, ты ее отведи, я почему-нибудь поставлю под ней. Очередь. Thank you.
противника еще 300 очков. Где бахаются? Нет. У них арта есть, которая бахает. Прямо в нас. С терпением. Ну, мы им за раз два танка раскуярили, видимо. Последняя надежда. А там тигр, он как бы психологически давит. Тигр давит. Что-то с этими флаками я не понял. Палкой нужно так. Туда, куда... Это... Палка это зад. Видели, как я вас всех подэмоджу. Видели, да? Особенно клешню аж в два с лишним раза. ДРТ, кстати, довольно долго надо это жить. Да не, 8 очков это быстро. Ну, я думал, раньше можно Так, рестрим.
минус равно 8 минус. Алло. Алло. Кажется, игра нашлась. Чё это такая популярная карта, блин? Да, она же клёвая. Чё, Саша, ты там один воюешь, а я в артиллерию, ладно? Ну, раз он молчит, значит он согласен. Согласен, да. Все, договорились. Косарь у него еще займи. Лучше отдай сразу. Саша. Да все нормально. У меня там резина упала, он отбивается. Так, тихо, что там? Началось, говорят. Говорят, ты не натурал. Что такое? Подлёп. Пиздят, блядь. Питеры пиздят. На сайте на каком-то отзыв, что ли, или чё? Он сидит там на своих, блядь, гейских сайтах, блядь. Выискивает про меня инфу, блядь. А там один, блядь, пиздёшь один. Откуда там про тебя знается? Так вот такие, как ты, распространяют. Я же всех нахуй посылаю. Обижаются, начинают. Он пидор, пидор, блядь. Так, чё там? Блядь, я опять... Ой, ну что ж такое-то? У вас даже план совместный есть. Саш, я во рту. А, да? Ну-ка, я ещё не увидел этого. Уже вижу, ёбаный пиздец, блядь. А ты в курсе, что здесь как бы вот в лесу рта-то не катит? Удачи тебе, Саш. Понял, блядь. До свидания, блядь. Так, ладно, что делать-то? Хули делать-то? Как же жить-то? Кнопки же не разные. Будем вот. Походу, Серег, миномет понадобится, да? Я его построю? Или ты его построишь? Ну, можно тут на этой карте даже два. Давай. Разрешено? Да. Стрелки. Несанкционированный доступ, да? Угу. Минометный расчет прибыл. Блять, Дэнс, ну блять, а чё такое-то? Ты ж стоял. А, блин. Тебя выдержки не хватило, что ли, или чё? Да, через шутку я послал. Машинка зажигательная едет. А чё, через что-нибудь обычное там есть опция послать? В итоге у нас сейчас ганамага не будет из этого. С той скоростью, с которой по задумке. Вообще все по пизде сейчас пойдет, блядь. А тут, блядь, три машинки, нахуй. Это пизда, блядь. Борозда. Вов, нажимай Т. Меня ж там нет же совсем. Было, да. А там эти машинки ебаные, это пиздец.
К вам, если что, слева, с нашей стороны может приехать машинка. Потому что она уже! Там... Она уже приехала. Еще своя наша там. Не, оперативнее это. Да что такое-то, блядь, с шифтом-то? Что у меня происходит? Так, погнали, называется. Говно по трубам. То есть, типа, они задоминировали справа, парни слева, а мы с Вовой как бы, ну, такие, блядь. Ты слышишь этот звук? Класс, класс, класс. Звук лишней. Есть куда минометом поработать? Вот, смотри, тебя ждут парни. Они двигаются. Ну, вот сюда я зарядил. Кстати, пулемет разложился, если чё. Парни с базуками сейчас отъедут. Раньше, чем... Я не знаю. О, снайпер. О, снайпер! Каждый сейчас куда идет и узнает о том, что о, снайпер. Их там два, что ли? Что-то сейчас. Да стреляют. У меня бритский снайпер, я не знаю, какой у тебя. А по центру вот кто получает в лицо? Вот я. Вот, значит, один снайпер у нас. Блять, охуеть, он машинкой катает, я ебу, блядь. Не знаю, что он не может катать и машинку, и парней. У нас новый бронетранспортер. Машинка к вам приедет. Да я же говорю, у них своя есть. То есть если приедет, то еще в твоя. Ваша там две, кстати. Вот. То есть нас машинкой ты уже не удивишь. Нам бы с машинкой лучше помочь, чем удивить. Я сейчас флаг сделаю. Ой, не надо, блядь, Вов, не делай. В лесу флаг это пиздец. Чё, за кустиком постоит? Ну, сделай, ладно. Увидишь, что это такое. Что-то американские-то пришли странные. Вот он и блобом ходит, и делают мне больно лично. Ебаная машинка напала на Ганамак, ты представляешь? Как будто Ганамак можно убить огнем. Жми лопатом пополняться. Поздно сказал. Блять, нихуя себе.
Они там застряли в этом самолете и, блядь, из-за гранатки ваншот. О, еще один потерял, блядь. Ну это ж пиздец, за раз два отряда. Там есть пушка, где в июне? То у меня главное мат. Нет, у нас есть эти, там, как их. Бафорс. Ой, Вова, убирай солдатиков из-под Бафорса. Ой, флаг, флаг, флаг! Бункер переоборудован в станцию срочной медпомощи. Разведполет подготовлен. Лопатки уже идут, может постоять там, где я стоит. Видишь, флаг-то заебашил. Да подожди еще. Враг хочет отбить у нас сектор. Ну хотя, наверное, он уже окупился, да? Ну этот-то сарай мы сломали с гранатометами. Да. Там сейчас блок как раз идет американский. В общем, нужен флаг. Британская машинка. Кстати, Серег, аккуратнее по центру противотанковой машинки. Она, кстати, повернулась и идет к тебе. Отлично, минус отряд. Справа американцы массово. Кто там? Неплохо кто-то кинул, то ли Гвена, то ли что. Гвена была. Вов, иди фольками, которые вот 4 и практически нет у них. Это прям больно смотреть. Сходи полечись, а. О-о-о-о-о. Сука. Уйдет за пидор. Блять, американцы вообще не к месту бегущие. Причем сынок убегает быстрее, чем бегут парни. Вражеские силы захватили наш район. Эту пушку, конечно, было бы отнять вообще замечательно. Возможности производства выросли. Мы теряем сектор. Мы идем туда. Неволь. Пути. Вас готов. Приступаем. ПТО выдвигается на место. Минометный расчет атакует. Миномет ждет приказа. У миномета отличная цель. Гренадеры. Мы под обстрелом. Врага марш. Цели. Ты там аккуратнее езди, там мины. И вот сейчас прям на мину встанешь машинкой. Идем на территорию врага.
Подкрепленный штаб готов. Теперь нам доступны тяжелые танки. Под пулемет! Да, он осторожно тут в этот оси ездит. Это странный планер вот сюда, похоже, прилетит. Да, кстати, флаг убирайте от оси. Я про это совсем забыл. Пиздец, блядь. Так он ездит, блядь. О, блядь, я пулемет проебал, пока смотрел, как ездит оси. Что-то я какой-то рассеянный, блядь. И нет оси. Сломался почему-то. Так а что там? Китайская постройка. Бриты же все производство вывели в Китай. Опять американцы с леса идут. Ну, что за говно? Забегающие постоянно американцы. Парни. Ну мы ничего с этим сделать не можем. Нравится им забегать. К тебе в зад. Ну все, блять, бомбард не может никуда поехать, но ну почему так-то? Как в стриму, блядь, им ездит, блядь, туда-сюда, блядь, у меня он вообще никуда не может проехать. Он просто вертится. Всегда, блядь. Бесполезный юмин, блядь, никому не может стрелять. Что, блядь, так лагает-то, пиздец? Так ты закрой порнуху-то. Могу, как без Драчилова-то. Так, а?
Сзади что-то едет какая-то хуйня. Было два танка, прошлый раз туда видно. О, там, если что, далеко не отъезжай, пантеры. Я полечу быстренько. У меня две лопатки. Москву в центр Назик ударить или... О, ладно. Там танки в центре, а у вас... у вас пехота. Сейчас едем, сейчас отчинимся и переедем. Чего ты меня кинул-то? По просьбе трудящихся. Враг захватывает нашу территорию. Что с этой звездой-то, понять не могу. Там пулемет сидел, миномет поработал по нему. Дальше не знаю историю, сейчас проверю. Слежу, у нас штурм был в полном разгаре. Блять, не у вас одних, из-за вас Вову я подставил. А, ты из-за этого, да, сейчас хочешь нам пропилить? Конечно, блять, что и Вову подставили, звезду не взяли. Поддонки. Че творят вообще, блять? Зачем он сюда заехал? Понятно. На
Я думаю, пора бы переставить эти ПКшку. Ха-ха-ха! Можно врываться, блять! Затерпели чуваков просто, да? В этот раз нам повезло бы терпеть. Какие танки ты строишь? Или забирай там. Чё такие дэнс вообще? Ты ими куда-то поедешь или не так все? Кем, танком? Да. Это целая танковая армия целая. Это дым опасный, не ходи в него. А чё, откуда арташи дальше? А, с базы? Здание? Да, у них здание, мол. Недалеко от себя кидать. Здание кидает откуда? Да, да. Я на самом деле сюда танк вижу, блин. Они засыпаны с телескопами. Ты все четкие танки, да? Все танки были проведены. Пушек-то, лью туда. Льем, быстрее. А чё не льем-то? Я же нажал. Я не знаю, чё. Чё за дебилизм? Отмена литья. Всё, залил. Пушки это, блядь, как-то слишком жестко. А он ещё поближе подъем? Ва, по тигру там по заводу заливает. Сбрасывание осколочных бомб началось. Стоп! Блять, пушки отъехали, вот ведь какие. Ладно. Я сломал ему эти. Доломал пушки. Где убрите тяжелый танк, который мы тут красовался, а вот. Машина готова. У вас есть приказ? За нами. Нормально. Почти потно.